Здорово, с вами я, Жека, и добро пожаловать в проклятый Майнкрафт. Короче, сразу к делу. Я тут за кадром решил прокатиться на нашей железной дороге до жителей. Точнее, до деревни жителей, но жителей там нет, потому что они все погибли во время рейда, который мы устроили с пельменем. Ну так вот, еду я по этой железной дороге, а потом резко ускоряюсь, короче, просто взлетаю, взрываюсь, пух! Нет, на самом деле такого не было, я просто ехал по железной дороге. Я пришел в эту чернобыльскую деревню, в которой вообще уже никто не обитает, и я просто офигел. Я нашел в этой деревне двух зомби-жителей. Ну, точнее, вначале я сильно испугался, когда их увидел, и хотел их сразу же убить. Но потом понял, что это проклятый Майнкрафт, и на самом деле это зомби-жители. И вы можете меня спросить. Жека, ну и что такого? Зомби-жители, зомби-жители, ты же их уже встречал. А я вспомнил, что этих зомби-жителей можно вылечить, сделать их обычными жителями и с помощью них сделать ферму жителей. Да, если вы не знали, то в Майнкрафте можно сделать ферму жителей, чтобы жители сами размножались, и таким образом можно сделать свою собственную искусственную деревню. Звучит это, конечно, очень круто, но на практике это очень-очень сложно сделать. Но мы этим сегодня и займемся. Но вначале нужно немножечко лайков перекусить, потому что, знаете, кушать всегда хочется. Кстати, вы тоже, ребята, ставьте лайки, потому что если вы не поставите лайк, то мне нечем будет питаться, вы понимаете? Я просто умру с голоду. Я могу есть только лайки, вы понимаете? Ребята, помилуйте, пожалуйста, поставьте лайк под этим видео, потому что если вы не поставите, я умру с голоду. Короче, у нас есть два зомби-жителя. Кстати, больше жителей в этой деревне нету, остальные все сдохли. Но, видимо, два жителя все-таки выжило, на них напали зомби, заразили их, и поэтому они превратились в зомби-жителей. Чтобы их вылечить, нам потребуется зелье слабости и золотое яблоко. В принципе, и то делать просто, поэтому прямо сейчас мы отправимся делать эти предметы. Чернобыль, жопа, говно. Здесь, кстати, должна была быть вагонетка, но почему-то вагонетки здесь нету, видимо, она поехала обратно. А, да, вот же она и стоит. Токийский дрифт, ё-моё, бам-бам-бам-вау-вау, эй-эй-эй-эй-эй, давай-давай-давай, вперед, нормально, чисто, у нас тут целый трамвай уже получается. Первую, третью, четвертую, 98-ю. Неправда. Чтобы нам сделать зелье слабости, нам потребуется маринованный глаз паука и все. Чтобы сделать маринованный глаз паука, нам потребуется сахар, паучий глаз и гриб. Выкладываем сахар, паучий глаз и наши грибочки. У нас получается два маринованных глаза. В принципе, больше-то нам и не нужно, ведь у нас всего лишь два жителя, а у нас уже 6 зелий получится. Кстати, если вы думали, что это серия проклятого Майнкрафта без пельменя, то вы ошибаетесь. Вот они, пельмени, вот все нормально. И лайки здесь, и пельмени здесь. Теперь засовываем в наш самогонный аппарат пузырьки с водой. Теперь засовываем сюда немножечко пельменей. Вот так вот. Вот у нас уже и получилось мутное зелье. Теперь нам нужно всего лишь добавить маринованный глаз паука. Нет, неправильно. Ой, а походу нам не нужно было мутное зелье. Нам нужно было просто обычный пузырек с водой. Ладно, в принципе, это не проблема. Колбочки у меня уже есть, осталось только немножечко добавить воды. А чё они не набираются-то? А, я не то держу в руках. Вот оно шо. Ну вот теперь-то у меня точно должно все получиться. Складываем наши пузырьки с водой и добавляем сюда маринованный глаз паука. И давай, писечка, пусечка, пусечка, пау! Зелье слабости, зашибись! Я вот только не знаю, нужно зелье слабости первого уровня или второго. Ну ладно, давайте сделаем первого и посмотрим. Если не сработает, то можно, в принципе, сделать и второе. Добавляем пороха, чтобы наше зелье слабости стало взрывным, а пока оно делает, давайте сделаем золотые яблоки, которые нам тоже понадобятся. Золотое яблоко, золотой слиток, золотой... Каких это пор золотое яблоко выглядит так же, как золотой слиток? Ладно, в принципе, одно золотое яблоко у меня уже есть. Осталось только сделать второе. Блин, да серьезно. О, подождите, а у нас же яблоки выглядят как стрелы. Я совсем забыл. Ой, какой же я дебил. Скорее всего, они даже и дома-то были. Этот проклятый Майнкрафт серьезно меня сводит с ума. Кстати, у меня уже сломались мои ботинки, а я до сих пор кушаю лайки. Всего 5 лайков осталось. Как же мало. Заходим в нашу верстакопечь. По центру складываем яблоко, а по кругу мы складываем золотые слитки. И у нас получается золотой слиток. Ну, точнее, золотое яблоко. Ну, вы поняли. Забираем наше зелье слабо. И отправляемся к нашим зомби-жителям. Зомби-жители, я уже иду. Ну что, мои зомби-жители, вы готовы лечиться? Доктор дядя Айболит уже здесь, как говорится. Берем наше зелье слабости. Я лечил зомби-жителей один раз за 9-8 лет игры в Майнкрафт. Я не помню точно, как это делается, но я надеюсь, что все я сейчас сделаю правильно. Мы должны вначале кинуть зелье слабости. Я ломал!
мы кинули зелье слабости, они, по идее, сейчас должны остановиться, и теперь каждому этому жителю мы должны дать золотое яблочко. И, по идее, они сейчас должны вылечиться. Я, конечно, не знаю, сколько на это потребуется времени, но они должны вылечиться. Блин, мои зомби-жители, пожалуйста, лечитесь, я хочу, чтобы вы вылечились. У нас есть два варианта. Мы можем сделать ферму жителей прямо здесь, прямо в этой деревне мы можем сделать ферму жителей, как бы это было бы ни странно. Ну а еще есть второй вариант, мы можем сделать ферму жителей прямо возле нашего дома, но для этого нам потребуется посадить наших жителей, если они, конечно, превратятся обратно в жителей. Мы должны будем их посадить на железную дорогу и отвезти их к нам домой. Я думаю, что пока что их можно оставить здесь, пусть они живут в этой клетке, а мы пока что все подготовим для нашей фермы, а потом уже запустим их в нашу ферму. Я прочитал на Википедии, что процесс превращения зомби-жителя в обычного жителя может занимать вплоть до 5 минут, то есть мне реально 5 минут стоять ждать, пока они будут ну, колбаситься, я не знаю, что они там, ночная туса вечерняя, ночная... Я не понимаю, на них зелье слабости уже не действует. Вот, я не понимаю, их колбасит до сих пор? Ну, вроде да, вроде их колбасит до сих пор. Я не знаю, ну... Я не знаю, я хочу, чтобы они вылечились. Смотрите, один житель Шедоу Присток достиг цели, доктор для зомби. Смотрите, один житель уже вылечился. Господи, да! У меня получилось. А второй житель? Погодите, а второй житель-то... А он сейчас не убьет моего жителя? Смотрите, он пока что тоже трясется, может... Я не знаю. Да, да, господи, он тоже вылечился. А, я чисто доктор Айболит. Здравствуйте, мои жители. Короче, пока что я думаю, что можно их застроить нашими заборами, которые я специально для этого подготовил. Они будут жить пока что... Ой, куда я поставил забор-то? Что происходит? Короче, они пока будут жить в этой клетке, чтобы их случайно не убили. А нам нужно подготовить все для того, чтобы сделать ферму жителей. Если вы в начале видео подумали, что типа, блин, Жека, ты дебил, какая ферма жителей, о чем ты вообще говоришь? О, что с компостницей произошло? На самом деле это правда возможно, но для этого нам потребуются некоторые ресурсы, которые я сейчас и хочу подготовить. Смысл в том, что жители начинают размножаться только тогда, когда у них есть работа. Есть несколько видов работ у жителей по типу там фермеров, картографов, кузнецов и так далее. Но я решил, что мои жители будут все фермеры, поэтому мне нужно накопать очень много компостниц. Ну, точнее, не очень много, наверное, 4 штуки хватит. 3 у меня уже есть, а вот 4-ю я чего-то не вижу. Ну, в принципе, ладно, 3 тоже, наверное, будет достаточно. Но самое главное, что мне нужно подготовить для... О, чики-бомбони стоит, здорово. Чики-бомбони, что мне нужно сделать для того, чтобы сделать ферму жителей, это очень и очень много кроватей. Я серьезно, нам нужно, наверное, примерно штук 30-40 кроватей. И именно этим я сейчас и хочу заняться. Охренеть, вы видите, сколько здесь мадам? Это что это? Это что, я слишком красивый такой, что вы все на меня идете, и еще и свинья ко мне идет. А, помогите! Для того, чтобы нам сделать кучу кроватей, нам потребуется очень много шерсти. Да, я проверил весь наш дом и нашел всего лишь 4 шерсти и 63 нитки. Этого очень и очень мало, нам этого точно не хватит. Давайте даже сделаем отдельный сундук, в который мы сложим все наши кровати, потому что, блин, в инвентаре их носить очень будет неудобно. Короче, чтобы у нас с вами появилось много шерсти, мы с вами должны сделать ферму овец. А для этого нам нужно привезти 2 овцы к нам домой. Вроде бы я как-то даже давно пытался сделать ферму овец, но почему-то в итоге ее не сделал. Даже и не помню почему. Но перед тем, как сделать ферму овец, я думаю, что нам нужно сделать кучу заборов. Потому что мы будем именно из заборов строить наш загон. Заборы я благополучно сделал, осталось придумать, где у нас будет ферма овец. Здесь у нас ферма куриц. Кстати, вот здесь вот у нас реально свободное место. Почему бы прямо вот здесь вот нам и не сделать ферму овец? Ух, я забыл сделать калитки. Сейчас сделаем калитки. Понькс, отлично, загон готов. Осталось взять нашу пшеницу, которая серый краситель, и найти овец, которых мы приведем к нам домой. Здравствуйте, мистер Ичики Бомбониты. Пройдемте, пожалуйста, в мой загончик. Я вас накормлю лучшей пшеницы вообще в этом мире, которая выглядит как серый краситель, но вы не переживайте. Пшеница у меня правда достойная, вам понравится. А мне от вас взамен всего лишь нужна ваша шерсть. Я вас даже убивать.
не буду, правда. Вот у меня мирная игра, понимаете? Заходите, не стесняйтесь, правильно, вот сюда заходите, молодцы. Теперь вот так вот кушайте и производите мне на свет маленького чики-бамбани. Здравствуй, мистер Чики-бамбани. Давайте возьмем наши ножнички и подстрижем уже сраные лайки. Не, не сраные лайки, лайки люблю, но просто надо их подальше посадить, а то не мешает. Ну что, мистер Чики-бамбониты, будем вас брить. Опа, опа, голые чики-бамбони, что с вами, господи. Все, спасибо, чики-бамбони, как шерсть вырастет, звоните, я вам это, приду подстригу. В общем-то, ребята, я считаю, что мы сегодня очень даже много сделали за серию. Мы впервые вылечили зомби-жителей и уже почти подготовились к тому, чтобы сделать ферму жителей. К следующей серии я подготовлю уже целую площадку, на которой мы будем делать ферму, и подготовлю все кровати, и постараюсь размножить побольше овец, чтобы у нас было много шерсти. Ну а вы не забывайте ставить ваши проклятые лайки, потому что как только наберется много проклятых лайков, сразу же выйдет новая серия проклятого Майнкрафта. Ну и еще можете колокольчик нажать, чтобы не пропустить новую серию, потому что мне пельмень говорил, что он вылезет из грядки в следующей серии, поэтому ждите новую постройку из сибарет и писек. Ну а с вами был проклятый Жека в проклятом Майнкрафте. Пока!